честно говоря, я не понимал, что такое раньше. Но сейчас это затягивает. Это не просто спорт. Это какая-то философия. Впервые в руки удочку Алексей Блинков взял 3 года назад. С тех пор они неразлучны. За это время он успел усвоить для себя пару важных правил. Любая рыбка любит червя, потому прикорм должен быть свежий. На соревнования по спортивной ловле, поплавочной удочкой и рыбалка без границ участвуют не первый раз. Говорит, с каждым годом от проведенного здесь времени получает все больше удовольствия. Чудесно отдохнули, ну неважно, мы там поймали много рыбы, не поймали. Но ухи поели. Но ухи обязательно. Да здесь не в ухи дело, да мы на природе отдохнули. Мы остальное время уже с такой бодростью провели это время. За активный отдых на природе и Александр Лисенков. Мужчина с самого детства увлекается рыбалкой. Рассказывает, никогда еще не возвращался без добычи. Самый большой его улов был 24 килограмма. У каждого рыбака свой подход к ловле. Например, Александр включает музыку погромче и танцует. Говорит, вопреки расхожему мнению, обитатели речной фауны любят не тишину, а хорошую музыку. Я в лодке прям танцую, и все, кто едет, плывет, на меня там рыбки не продашь, я говорю, подплывай. За 5 часов поймать как можно больше рыбы. Около 100 участников соревнований. Люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны и пенсионеры. Здесь как маститые рыбаки, так и новички. В этом году соревнования прошли в селе Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области. Еще великий русский писатель Антон Павлович Чехов в своих воспоминаниях признавался. «Сидеть на берегу с удочкой так приятно, что и выразить не могу». Так вот, для того, чтобы ваша рыбалка стала приятно проведенным досугом, надо тщательно к ней подготовиться. По словам добытчиков, подготовка к рыбалке требует не меньше времени, чем сам процесс. Во-первых, нужно подумать о подходящей наживке. Кто-то сам копает червей, готовит прикормку, например, варит кашу, а кто-то покупает все в специализированных магазинах. Хочется что подчеркнуть, что у нас здесь как и командные есть зачеты, да, и личные, проводятся в нескольких номинациях. Это, допустим, самый большой улов командный, самая крупная рыба у кого-то лично. Пойманная. Самый экзотический улов, потому что бывает, что, допустим, кто-то поймал рака или, наоборот, маленького малька. Победители соревнований «Рыбалка без границ» выбирают жюри. Рыбу участники забирают домой. А на поляне состязания организаторы кормят всех ухой. Мария Ильчан, Николай Епифанов. События.